Неважно, что она тебе сказала. Бери свои вещи, пойдем. Что? Обратно домой, пока твой отец его не натворил. Нет, я же сказала, я больше не хочу там жить. Сусанита, прошу тебя. Нет, я туда не вернусь. Минутку, Гуччи, постой, подожди. Она не может так поступить. Тебе нельзя здесь находиться. А что мне делать? Я ушла из дома и не собираюсь туда возвращаться. Рита все знает и расскажет отцу. Есть еще кое-что, Гуччо. Теперь ты должен обо мне заботиться. Только ты можешь это сделать. Помоги мне, Гуччо. Я на тебя надеюсь. Успокойся, дорогая. Все хорошо. Я знаю, тебе очень тяжело жить там. Я это знаю. Я бы очень хотела помочь тебе, но... Не таким образом. Прошу, пойми меня, дорогая. Тебе нужно вернуться домой. Если твой отец вернется, а тебя не будет дома, может случиться непоправимое. Прошу тебя. Как она посмела? Не может быть. Я же тебе говорю, она просто взбесилась, потому что я услышала, что она хочет сбежать к тому парню. Она так сказала. Твоя дочь невоспитанная, глупая девчонка. Если бы я была ее матерью, хорошенько бы ее выдрала. Почему она так себя вела? Сначала она орала на меня, потом начала со мной спорить, воспользовалась тем, что тебя не было дома. Я ей даже слова не сказала. Что было дальше? Потом ей надоело орать, она взяла вещи и ушла. Сказала, что больше не может все это выносить. Представляешь? Взяла и ушла. Ты ее отпустила? Позволила ей уйти? А что мне оставалось? Мне пришлось бы вызвать полицейских. Ты ее отец. Ты должен следить за ней. Куда она пошла? А как ты думаешь? Думаю, к этому парню? Я видела, как она шла к его дому. Я никому не позволю дурачить Пепе Пеня. Эти двое еще меня узнают. Я же сказала, мне нельзя возвращаться домой. Я не могу. Успокойся, дорогая, не волнуйся. Слишком многое уже произошло. Послушай меня, ничего плохого не случится. Если хочешь, я пойду с тобой и объясню твоему отцу, что ты совершила ошибку. У меня были причины уйти из дома. И Гуччи должен мне помочь. Помоги. Не упрямься, Суси. Будет хуже, если твой отец придет сюда. Ты не понимаешь. Тест показал положительный результат. Какой тест? Он идет. Он идет сюда? Кто? Мой отец, кто еще? Я видел, как он идет. Он уже близко. Говорю вам. Совсем подходит. Он меня убьет. Спрячь меня, Гуччо. Ничего ему не говори. Все хорошо, детка, не волнуйся. Мы что-нибудь придумаем. Значит, ты решила сбежать из дома? Я тебе покажу. С дороги, а то и вам достанется. Поставьте стул, иначе я вызову полицию. Что? Вы ворвались ко мне домой. Без разрешения угрожаете моей семье. Я обращусь в полицию. Идем со мной. Не хочу. Не хочешь? Я тебя за волосы вытащу отсюда. Что происходит? Что за крики? Все соседи сбежались. А вы кто? Меня зовут Пепе Пеня, сеньора. Не орите на меня, я не глухая. Кроме того, мы не знакомы. Я отец этой девчонки и пришел забрать ее домой. Так забирайте и не устраивайте скандал. Я не пойду. Если вы ее не отдадите, я обвиню вас в похищении. А ты прочь с дороги, а то пожалеешь. Не трогай ее. Боже, как она кричит. Я поговорю с ней, и она вернется домой. Я вам всем здесь покажу. Если ты нас тронешь, будешь иметь дело с полицией. Это я заявлю на вас в полицию. Это ужасно. Полиция у меня в доме. Забирайте свою девочку и уходите немедленно. Сеньора, прошу вас. Она никуда не пойдет. Вы не можете увести ее силой. Я поговорю с Сусанитой, и она вернется. Нет, она пойдет со мной. Я ее отец, имею право делать все, что захочу. Все, вы слышали? Зачем вы спорите с ним из-за нее? Пусть они уходят. Ваша дочь человека, не животное, и она имеет право на собственное мнение. Ошибаешься. Она несовершеннолетняя. И закон на моей стороне. Она пойдет со мной, потому что я ее отец. Она пойдет со мной. И запомните, Пепе Пеня не шутит. Она пойдет со мной. Это сказал я, Пепе Пеня. Нет. Прекратите этот шум.
Разбирайтесь поскорее и уходите. Пожалуйста, уходите. Простите. Сусанита, детка, послушай, он прав. Ты должна пойти с ним, закон на его стороне. Мы ничего не можем сделать. Я же говорил, поэтому я и просил тебя вернуться домой. Дорогая, возвращайся. У тебя нет другого выхода. Ты несовершеннолетняя, и он имеет право забрать тебя. Делай так, как он говорит. Но это несправедливо. Знаю. Знаю, детка. Это ужасно, когда ничего не можешь сделать. Потому что закон на стороне таких людей. Хватит болтать. Пошли. Он меня убьет. Нет, он не причинит тебе вреда. Существует закон, который защищает права детей. Запомни, родители отвечают за своих детей. Возьми свои вещи. Идем, идем. Не толкайте ее. И если вы тронете ее хоть пальцем, я заявлю в полицию. Давай. Цыпленок, позаботься о ней. Да. Иди давай. Как ужасно. Хорошо, что скоро я уеду отсюда. У меня начинается мигрень. Какая несправедливость. Почему все так получилось? Я ничего не могу сделать, чтобы вырвать ее из лап этого животного. Я не могу жениться на ней. Что будет дальше? Что нам делать? Гуча, дорогой. А Летисия? Мне нужно учиться. Я хочу достигнуть чего-то в этой жизни. А если я все брошу ради Сусаниты? Да, жизнь непредсказуема. Послушай, дорогой, обстоятельства тут ни при чем. Мы сами виноваты в том, что с нами происходит. Мне жалко ее. Но я бессилен. Я не могу пожертвовать своим будущим ради нее. Гуча, а о каком тесте она говорила? Не знаю. Может, ее взяли на работу или еще что-нибудь? Понятия не имею. Она часто говорит вещи, которых я не понимаю. Надеюсь, этот Пеппи ничего с ней не сделает. Если он попробует, цыпленок сможет ее защитить. Давай. Быстрее. Шевелись. Гонсало, иди сюда. Не Есть могу. Разговор. Рита рассказала отцу, что Суси пошла к Гучу, и он... У меня важные новости. Я только что узнала. Моему отцу дали другую работу. И мы переезжаем в провинцию. Да? Ну и что? Ты не понимаешь? Мы не сможем видеться. Куда вы переезжаете? Это недалеко? В Пукальпу. Что? Я же сказала, что это важно. Нам придется расстаться. Мы уезжаем очень далеко. Хуанита. Привел ее. Путешествие окончено, да? Хотела обмануть Пепе Пенья? Я научу тебя уважать отца. С такими, как ты, нужно поступать только так. Когда я был маленьким, я хорошо это усвоил. Нет, папа, нет. Да, мы не договорили в прошлый раз. Ты орала на меня. Я знаю, почему она хотела сбежать. Меня не обманешь. Она ничего не хотела делать по дому. Твоя дочь слишком ленива. Собиралась удрать к этому парню. Настоящая шлюха. Вот ты кто. Шлюха! Остановись! Хватит, Пеппа, прекрати! Пеппа, достаточно, хватит! Пеппа, остановись! Ты же убьешь ее! Ну, ради бога, перестань! Прошу тебя! Посмотри на нее! Пеппа, умоляю!
Простите за неудобства, которые я вам причинила, сеньора Спиноза. Сначала я согласилась, потом передумала. Теперь я снова хочу поговорить. Это не имеет значения, я к вашим услугам. Весь внимание. Спасибо. Я пригласила вас, чтобы поговорить о процедуре развода. На этот раз все будет иначе.